В последнее десятилетие в Люберецком храме Преображения Господня сложился большой приход. В праздничные крещенские дни огромное число люберчан приняли участие в божественных литургиях, после которых с большим удовольствием и радостью набирали освященную воду. Особый день. Сегодня сочельник. Сегодня сочельническая вода. Она такая сильная, она такая первая, она такая долгожданная. Это вот первое, что Господь сделал, появился, дал знать, что Он с нами. Круглый год пью, и вся семья пьет у меня водичку, конечно, да. Это для здоровья. Ну, не только вода, конечно, нужна. На праздник Богоявления Господня многие по старинной традиции готовятся окунуться в прорубь. В Люберцах это всегда происходит на Наташинских прудах. Перед началом погружения в Иордань батюшка отслужил водоосветительный молебен. А желающих принять участие в крещенских купаниях оказалось так много, что к купели выстроилась целая очередь. У меня чувство бодрое, хорошее, как будто я снова на свет родилась. Отлично чувствую себя. Здорово. Не страшно было? Нет, все отлично, все хорошо. Вот очень хорошее чувство, такое прям очищение, свобода, полет, прекрасное настроение и энергетика на следующий год. Будем надеяться, что она принесет нам хорошие, позитивные сдвиги. Крещенские купания на Наташинских прудах, как всегда, прошли организованно. Администрация парка обустроила места для переодевания и обеспечила верующих горячими напитками. Окунувшиеся в освященную воду с удовольствием грелись у большого костра, разведенного у кромки озера. В этом году торжественность событию Богоявления придал и замечательный фейерверк. В ночь на 19 января в Преображенском храме прошла праздничная божественная литургия, где вспоминались события, когда 30-летний Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. По окончании литургии священнослужители, прихожане, среди которых находился и Владимир Ружицкий, крестным ходом прошли к поклонному кресту, где был проведен чин великого водоосвящения. О, Иордан, не крещающийся тебе Бог! Господи! Затем с приветственным словом к люберчанам обратился настоятель Преображенского храма протоиерей Дмитрий Мурзюков. Поздравляю вас всех и призываю с благоговением принимать святую воду, которую вы сегодня получите. Не просто сохраняйте ее в домах, но используйте, потребляйте с благоговением и с особым трепетом, ибо это есть великая агиасма, в переводе с греческого «великая святыня», которую человек принимает с особым благоговением и почтением. Владимир Ружицкий отметил, что суть праздника Богоявления, заключающаяся в верности Христу и Его учению, важна для каждого человека. Мне сегодня очень приятно вместе с вами быть на таком празднике, праздник Крещения Господня, но в христианстве, православие – это и праздник просвещения, это просвещение сердца, просвещение души, просвещение наших поступков. До поздней ночи люди продолжали идти к храму, набирали святую крещенскую воду. Это чудо благодати Божией. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.